Хари Кришна, Hare Диа Paul. Харибу, Хари Кришна, Диа Гуру Махарад, Призаксет Мехам Волабезенцы, Солгорищу Шрила Прабхупада. Гурудев, today there are no translators. All are busy, so I will translate your class today. Oh, you're translating. Yes, I will try. Okay. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim sarasatim vyasam tato jaya mudirayat nashtaprayeshu vabhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtake. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3. Text number 10. Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 2, текст 10. Акама сарва камо ва мокша кама ударади теврена бхакти йогена яджета пурушам парам. Акама сарва камо ва мокша кама ударади Севрена бхакти йогена яджета пурушам парам. Акама сарва камо ва мокша кама ударади Севрена бхакти йогена яджета пурушам парам. You can read the translation in purport. Окей. Итак, перевод. Человек с возвышенным складом ума, исполнен ли он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению, должен во что бы то ни стало поклоняться высшему целому личности Бога. Комментарий. В Бхагавадгите верховную личность Бога, Господа Шри Кришну, называют Пурушоттамой, верховной личностью. Только Он дарует освобождение имперсоналистам, погружая их в Брахмаджьоти, сияние тела Господа. Брахмаджьоти также неотделимо от Господа, как сияющие лучи солнца от солнечного диска. Поэтому тот, кто стремится к слиянию с высшим безличным Брахмаджьоти, тоже должен поклоняться Господу, практикуя бхакти-йогу, как рекомендует данный стих Шримад Бхагаватам, который особенно подчеркивает, что с помощью бхакти-йоги можно достичь любой цели. В предыдущих главах говорилось, что бхакти-йога – конечная цель как карма-йоги, так и гьяна-йоги, а в этой главе не менее категорично утверждается, что бхакти-йога является высшей целью всех обрядов поклонения различным полубогам. Таким образом, бхакти-йога является универсальным методом самосознания. В этом качестве ее и рекомендует данный стих. Поэтому каждый, даже тот, кто жаждет материальных наслаждений или стремится к освобождению из материального рабства, должен со всей серьезностью отнестись к практике бхакти-йоги. Акама называют того, у кого не осталось материальных желаний. Назначение живого существа, являющегося составной частью верховного целого, Пурушампурнам, служить верховному существу, так же, как назначение членов тела, его составных частей, служить всему телу. Следовательно, не иметь желаний значит не быть неподвижным, не значит быть неподвижным, как камень. Не иметь желаний значит сознавать свое истинное положение и искать удовлетворение только в Верховном Господе. В своей книге Сандарпа Шрила Джива Гусвами описывает это состояние следующим образом. Бхаджани я парама пуруша сукха матра свасу сукхатвам. То есть единственным источником счастья для человека должно быть сознание того, что он доставил удовольствие Верховному Господу. Даже обусловленные существа в материальном мире иногда интуитивно чувствуют это, и такое прозрение, преломляясь в их неразвитых умах, принимает формы концепции альтруизма, филантропии, социализма, коммунизма и так далее. Стремление делать добро другим, обществу, семье, государству или всему человечеству, которое можно наблюдать в материальном мире, не что иное, как частичное проявление того изначального состояния счастья, которое чистое живое существо
испытывает тогда, когда счастлив Верховный Господь. Именно такие возвышенные чувства переполняли девушек в Раджабхуми, стремившихся доставить удовольствие Господу. Гопи любили Господа, ничего не ожидая взамен. И их бескорыстная любовь является самым совершенным проявлением духа Акамы. Кама, то есть стремление к собственному удовлетворению, во всей полноте представлено в материальном мире, тогда как Акама полностью представлена в духовном мире. Стремление слиться с Господом, то есть погрузиться в Брахмаджьоти, тоже может быть проявлением Камы, если за ним стоит эгоистическое желание избавиться от материальных страданий. Чистый преданный не стремится к освобождению ради того, чтобы покончить со страданиями материальной жизни. И без этого так называемого освобождения у чистого преданного достаточно причин для того, чтобы стараться удовлетворять Господа. Под влиянием духа Камы Арджуна пытался уклониться от участия в битве на Курукшетре, стремясь ради собственного удовлетворения спасти своих родственников. Но он был чистым преданным и потому, выслушав наставление Господа, согласился сражаться, так как опомнился и понял, что должен заботиться в первую очередь об удовлетворении Господа, пренебрегая собственным. Так он стал Акамой. Это высшая ступень совершенства, которую может достичь совершенное живое существо. Удар Адьи означает человек широких взглядов, дальновидный. Те, кто же от материальных удовольствий поклоняются второстепенным полубогам. В Бхагавадгите 7.20 таких людей осуждают, и их разум назван там Хритагьяной, разумом умалишенного. Полубоги ничего не могут дать без дозволения Верховного Господа. Поэтому дальновидный человек понимает, что в конечном счете все, даже материальные блага, дает Господь. Сознавая это, такой человек, даже если он стремится к материальному наслаждением или освобождению, должен поклоняться непосредственно Господу. В интересах каждого, будь он Акама, Сакама или Мокшакама, со всем усердием поклоняться Верховному Господу. Таким образом, одного метода бхакти-йоги без примеси кармы или гьяны достаточно для достижения любых целей. Как чистый солнечный луч обладает огромной силой и потому называется тиврой, так и практика чистой бхакти-йоги, которая заключается в слушании, повторении и так далее, благотворна для каждого, независимо от его целей и побуждений. Хари Кришна. Шрила Прабхупад ки джай. Хари Кришна, Гуру Махарадж, I'm finished the purport. Гурудев, кажется, вышел из чата. Наверное, у него со связью что-то. Преданные, меня нормально слышно, хорошо? Скажите, пожалуйста. Да. Да, хорошо. Ага, ага, окей. Хорошо. А у вас наушники или вы через динамик телефона слушаете? Нет, я через... У меня компьютер, я через него. Через его динамик. У меня просто такое ощущение, что идет задвоение звука, что ваш голос еще через компьютер или через что-то идет, и там в микрофон у вас попадает, и немножко как бы эхо идет. А, чуть-чуть, да, есть? Ага. Это у меня там телефон еще включен. Я тогда сейчас постараюсь его подальше положить, пока Махараджа нет. Сейчас, секунду. Харибал. Хари Кришна. Yeah, I got lost. I got cut off here. Yes, Gurudev, we lost you. Can you hear me okay? Now, yes, I can hear you okay. Okay. Om Jnanate Marandasya Gyananjana Shalakaya Чаксурунмилитаньена, тасмай Шри Гураве Намаха. Ванчакаупата рубьяща, крипа синду баевача, патитанам паванебьо, вайшнавибьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шривасаде Гор Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
So Sukadeva Goswami is giving very important instructions here to Maharaj Parikshit. Итак, Шукадева Госвами здесь дает очень важные наставления Махараджа Парикшиту. In previous verses, he described about how one could worship demigods and achieve different material benefits. В предыдущих шлоках он рассказывал, как поклоняться полубогам и достичь каких-то материальных благ. But now in conclusion, he said you have to worship the personality of Godhead. Но теперь он делает вывод и говорит, ты должен поклоняться личности Бога. And he said it doesn't matter if you have material desires. If you desire all material things or you desire liberation, doesn't matter what, but you must worship the Supreme Lord. И здесь он говорит, не имеет значения, есть ли у тебя материальные желания, нет ли их, желаешь ли ты каких-то материальных вещей, либо ты жаждешь освобождения, ты все равно должен поклоняться Верховному Господу. Yeah, the worship of the Supreme Lord has to be done, whether you're doing karma-йога, or jnana-йога, or bhakti-йога. Everyone has to worship the Supreme Lord. А поклоняться Верховному Господу нужно в любом случае. Занимаешься ли ты карма-йогой, гьяна-йогой, либо бхакти-йогой. Все равно нужно поклоняться Верховному Господу. Of course, bhakti-йога is the ultimate goal for both karma-йога and jnana-йога. It's meant to culminate in bhakti-йога. А, конечно, бхакти-йога является конечной целью и карма-йоги, и бхакти-йоги. Ой, и гьяна-йоги. Гьяна-йоги и карма-йоги. And people may worship demigods also, but ultimately they have to recognize that it's worth the worship of the demigods is meant for the less intelligent people. Конечно, люди могут поклоняться полубогам, но в конце концов они понимают, что такое поклонение для малоразумных людей. And people who have proper intelligence, as described here in this verse, tivrena bhakti yogena yojeta purusham. People who have pure intelligence, they will worship only the Supreme Lord. И в этом стихе говорится о разумных людях, о том, что разумные люди должны поклоняться Верховному Господу, Тиврена Бхакти Йогина, Яджета Пурушам Парам. Сукадева Госвами describes three different situations, different kinds of people who may worship the Supreme Lord. И Шукадева Госвами описывает три ситуации и три типа людей, которые поклоняются Верховному Господу. It says, first of all, the karmi, that he is full of all material desires. Первый из них это карми, которые полны материальных желаний. So one may have all material desires, but if he is intelligent, he should also worship the Supreme Lord. Человек может быть полон материальных желаний, однако, если он имеет разум, то он все же будет поклоняться Верховному Господу. Having material desires does not disqualify one from worshiping the Supreme. Если вы имеете материальные желания, это не значит, что вы полностью дисквалифицированы для поклонения Богу. And if he worships the Supreme, then gradually he will be also purified. Если вы будете поклоняться Верховному Господу, то постепенно вы очиститесь. So somebody has all material desires, and somebody else has no material desires. He's a pure devotee. He also has to worship Supreme Lord. Итак, у кого-то есть материальные желания, но у кого-то их нет. Он чистый преданный, и все равно он должен поклоняться Верховному Господу.
We may think, oh, he's a pure devotee, he doesn't need to do anything. No, the pure devotee will show his purity by worshiping the Lord. Мы можем сказать, о, он чистый преданный, ему уже ничего не нужно делать. Нет, это не так. Чистый преданный должен показывать свою чистоту через поклонение Господу. Pure devotee does not mean that you don't do anything. Если он чистый преданный, это не значит, что он ничего не должен делать. Если он чистый преданный, то он должен вовлечь свой ум, чувства и тело в служение Верховному Господу. Somebody else has all material desires. He may think he has to worship the demigods, but actually he just has to worship the Supreme Lord. А у другого есть материальные желания. Он поклоняется полубогам. Однако он тоже должен поклоняться в конечном итоге Верховному Господу. If he will worship the Supreme Lord, then all of his problems can be solved. И если он будет поклоняться Верховному Господу, то все его проблемы разрешатся. All of his material desires can be satisfied by the grace of the Lord. Все его желания удовлетворятся по милости Господа. Of course, the Lord will first of all consider, is this actually good for this devotee? Конечно, Господь прежде всего должен решить, и будет ли это хорошо для преданного. Because he's worshiping the Lord, so the Lord considers him to be a devotee, even though he has material desires. А поскольку раз он поклоняется Господу, то Господь считает его своим преданным, несмотря на то, что у него есть материальные желания. So, Lord Krishna will consider if his desires are going to help him be a better devotee or not. И Господь решает, поможет ли исполнение его материальных желаний стать ему лучшим преданным или нет. And somebody else is a pure devotee. We said he will be busy in the service of Krishna. И если кто-то является чистым преданным, то он также должен заниматься служением Кришне. He will act according to the regulations of scriptures. И он должен действовать в соответствии с предписаниями священных писаний. He has no material desire. But he has desires for the pleasure of Krishna. У него нет материальных желаний, однако у него есть желание удовлетворить Кришну. For one who is a pure devotee, his happiness is in making Krishna happy. Если он чистый преданный, то его счастье заключается в том, чтобы сделать Кришну счастливым. Just like when a pure devotee is able to open a temple, or he's able to see a new book published, or he's able to install beautiful deities, he will feel very happy. Например, если у чистого преданного есть возможность открыть храм, либо установить божества, либо выпустить книги, то он будет очень счастлив. Yeah, we saw just a month or two ago, they opened a new temple to Lord Ramachandra in Ayodhya, the birthplace of Lord Ram, and they opened a new temple. Вот мы, например, видели такого человека. Он открыл новый храм, посвященный Господу Раме в Айодхе. So, hundreds of thousands of people were all going there to see the deity. И теперь сотни тысяч людей приходят туда, чтобы полюбоваться божествами. And they were happy to go and see the deity. И они счастливы, видя божества. So a devotee, although he has no material desire, he has desire for the pleasure of Krishna. Таким образом, хотя у преданных нет материальных желаний, у них есть желание удовлетворить Кришну. He desires to see many people come to temple. He desires to see many people
blessed with Krishna consciousness. Этот человек хотел видеть множество людей, как они приходят в храм и поклоняются Кришне. И он благословлен сознанием Кришны. The pure devotee desires to make Krishna happy, and he knows Krishna is happy when we're distributing, when we're giving Krishna consciousness to others. Преданный счастлив, если он распространяет сознание Кришны. In the Bhagavad Gita, 18th chapter, Lord Krishna says, Nachatasman manusheshu kaschin me priyakritama. Said, there's no one, no person more dear to me than that person who is teaching the science of bhakti to others. В 18 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, я наиболее счастлив, когда кто-то раздает сознание Кришны остальным. So devotees always thinking how to make Krishna happy. И преданные всегда думают о том, как бы сделать Кришну счастливым. And a devotee likes to give everything for the pleasure of Krishna. И преданные рады сделать все для удовольствия Кришны. So Srila Prabhupada in the purport, he explains about materialistic people. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит о материалистичных людях. He said people, and they have a similar mood to a devotee, but it's not pure. Он говорит, что у некоторых есть настроение, подобное настроению чистых преданных, однако это совсем не одно и то же. They do things like family, they try to give benefit for the family or for the country, or they try to make some nice social community. Everyone should be provided for materially. Они стараются сделать что-то хорошее для семьи, для общества, хотят, чтобы все были в обществе обеспечены, хотят что-то сделать для своего окружения. So every devotee, they like to give pleasure to Krishna and they get happiness serving Krishna. А преданные хотят служить Кришне и все делать для его удовольствия. So in the same way, you've got people doing these different welfare programs and they get happiness from helping others. Мы иногда встречаем людей, которые занимаются разными благотворительными программами, и они счастливы, когда делают счастливыми других. And so it's a little bit like serving Krishna, but it's not spiritual, it's material. Это немного похоже на сознание Кришны, однако это не духовное служение, это материальное. Yeah, they get some happiness by making others happy. Они счастливы, когда делают других счастливыми. So Prabhupada talks about how in Vrindavan the gopis, they just want to make Krishna happy. И Прабхупада говорит о том, как во Вриндаване преданные стараются сделать счастливым Кришну. The gopis would give up everything for Krishna. Гопи бросили все ради Кришны. They could give up their chastity for Krishna. Они оставили даже свое целомудрие ради Кришны. When Krishna would call them to come to the forest in the night, it was very difficult for them to go. Когда Кришна позвал их ночью в лес, для них было очень сложно прийти туда. But the gopis didn't care about their family members. Однако гопи не заботились о своих членах семьи.
And they didn't even care about their husband or their children. Они не думали даже о муже и о детях. They just thought Krishna is calling. Krishna's calling. I have to go. Они думали только, Кришна позвал меня, и я должна идти. And some gopis were rushing so much to go and see Krishna that they only put on one earring. And they didn't even put on the two earrings. They just put on one earring. И некоторые гопи до того стремились к Кришне, что надели только одну сережку. Вместо того, чтобы надеть две, они забыли надеть одну и так и побежали в одной сережке. So that was their eagerness to go to be with Krishna. Вот это такое страстное желание бежать и быть рядом с Кришной. So gopis were very surrendered to just want to make Krishna happy. Гопи полностью отдают себя тому, чтобы сделать Кришну счастливым. In the Shikshastikam, in the final verse of Shikshastikam, Lord Chaitanya prays about making Krishna happy. И в Шикшастаке, в восьмом стихе, Господь Чайтанья молится о том, чтобы сделать Кришну счастливым. And in the final verse, Lord Chaitanya says, if my being unhappy makes you happy, Lord Krishna, then I am happy. В последнем стихе Господь Чайтанья говорит, если мое несчастье, о Господь Кришна, сделает тебя счастливым, то пусть я буду несчастен. Я буду счастлив от этого. And so that is pure love, when we just simply want to make Krishna happy. Это и есть чистая любовь, когда человек хочет сделать счастливым, только хочет сделать Кришну счастливым. In the material world, it's not like that. А в материальном мире все совсем не так. In the material world, everyone wants to be the center, and they will tell the other person, you should make me happy. В материальном мире каждый считает себя центром Вселенной и говорит остальным, вы должны сделать счастливым меня. Husband will tell the wife, you should make me happy. And the wife will tell the husband, you make me happy. Муж говорит жене, ты должна сделать меня счастливым. Жена говорит мужу, ты должен сделать меня счастливой. So, this is a sacrifice of the devotee, that he's willing to sacrifice his own happiness just for the pleasure of Lord Krishna. Это и есть самопожертвование преданного. Он жертвует все ради того, чтобы сделать Кришну счастливым. So, of course, the gopis, they have no material desires. Their desire is spiritual. Таким образом, у гопи не было никаких материальных желаний, их желания были духовными. And the same way Arjuna also just desired to please Krishna. И Арджуна тоже хотел удовлетворить Кришну. Это было его желанием. Prabhupada explains in the purport how in the beginning Arjuna was reluctant to fight because he was in the bodily concept of life. Прабхупада напоминает нам в комментарии о том, как Арджуна вначале не хотел сражаться, поскольку он находился в телесной концепции жизни. But after hearing instructions from Lord from Prabhupada's representative in the form of senior devotees, then the devotee was ready to fight. Однако после того, как он выслушал наставление, representative Gurudev, representative of what, of whom? Representative of Lord Chaitanya. Yes, представителя Господа Чайтаньи, тогда он решил сражаться. Lord Chaitanya has taught all of us to approach Krishna
in the mood of the gopis. Господь Чайтанья говорит нам, чтобы мы достигли Кришны в настроении гопи. And that is the mood of service in separation. Это настроение служения в разлуке. We cannot just simply be with the gopis all the time, but we can spend our day. Мы не можем находиться с гопи постоянно, однако мы можем следовать за ними. If we go to temple early in the morning, worship Krishna there. Например, then we go to work all day, go to work all day, and then at night again come home and worship Krishna. That is Krishna consciousness. Мы можем идти рано утром в храм, там поклоняться Господу, потом идти целый день работать где-нибудь, а вечером опять прийти домой и снова поклоняться Кришне, поклоняться Господу. Это и будет сознанием Кришны. So the gopis were not just simply worshipping Krishna all day. They were working ladies. They were taking care of their children, families. Гопи тоже не поклонялись Кришне с утра до вечера. Они были занятыми женщинами, они заботились о детях, о семье. And they had to help with the cows, they had to milk the cows and make the butter and churn the butter. Они ухаживали за коровами, им нужно было доить коров, потом делать масло. But they were always Krishna conscious. They were always chanting Krishna's names. Singing songs about Krishna. Однако они постоянно находились в сознании Кришны. Они пели песни, воспевали там деяния Кришны. So some people desire liberation. They want to enter into the oneness with Krishna. But they also need to have some bhakti in order to do that. Некоторые желают освобождения, хотят стать едиными с Господом. Однако им тоже нужна некоторая доля бхакти для того, чтобы чего-то достичь. So it doesn't matter who you are or where you, where your goal is. Everyone should cultivate some bhakti, and this way make their life successful. Не имеет значения, кем вы являетесь. Вашей целью, если вы хотите достичь успеха в жизни, вы должны поклоняться Верховному Господу. But of course we have to have that pure devotion. We have to have that devotion, which is described here, tivrena bhakti yogena. It should be like the unmixed ray. Мы должны, однако же, стремиться к тому, что называется здесь тиврена бхакти йогина, то есть к такому бхакти, которая сравнивается с чистым солнечным лучом. Usually we worship Krishna, but we worship Krishna along with a lot of material desires. Мы можем поклоняться Кришне, однако у нас вместе с тем будет множество материальных желаний. We may have desire. We have some karmic desires, we have some jnana, desire for knowledge. But if we worship Krishna without these desires, it will be more effective. Мы можем поклоняться Кришне с какими-то кармическими желаниями. У нас могут какие-то желания, которые есть у гьяни, это желание знания. Однако лучше всего, если мы будем поклоняться без всяких подобных желаний. Yeah, we want to be like the ray of light, which is very pure. То есть мы должны быть как вот такой луч света, который совершенно чист. Okay, there's some questions. Мы здесь остановимся, какие-то вопросы. Gurudev, I have a question. Can I ask? Yeah. My question, Hare Krishna, дорогие преданные и Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, все слава Шриле Прабхупаде. А мой вопрос тоже по Шримад Бхагаватам 3.5.14.
написано, что более, в комментарии Шрила Прабхупада пишет, более высокое положение занимают те, на кого оказывает влияние Буна благости. Такие люди полагают, что Верховный Брахман безличен. В культе бхакти, первым и самым важным элементом которого является слушание Кришна Катхи, они видят средства, а не цель. И у меня такой вопрос. Если вот такие люди занимаются бхакти, даже если они считают, если их цель достичь при этом персонального брахмана, почему же они не становятся со временем преданными? Здесь написано в комментарии, они полагают, что Верховный Брахман безличен. Потому что бхакти же все же абсолютно, и оно будет влиять со временем на преданного. То есть могут ли они все же со временем стать преданными? Харе Кришна, Диа Гуру Махарадж, and Диа Девотис, please accept my humble obeisance, for glory to Srila Prabhupada. My question is about Srimad Bhagavatam 3.5.14. Srila Prabhupada is telling us in the purport, above them are those who are in the mood of goodness. This second class of men believe the Supreme Brahman to be impersonal. They accept the cult of bhakti, in which hearing of Krishna Katha is the first item, as a means and not the end. And my question is, if they engage in bhakti, even as a means to attain impersonal Brahman, why do they not eventually become devotees? Because bhakti is absolute, how we know, how we see. It affects everyone. So can we become devotees? Well, they need the association with devotees to become devotees. Им нужно общение с преданными для того, чтобы стать постепенно преданными. They need to have the mercy of a devotee who will guide them and bring them to the devotional path. То есть им нужна милость преданного, который будет им руководить и постепенно приведет его к преданности. It's not enough to just, you know, just to worship the Lord. You have to have devotion. You have to cultivate bhakti. Просто поклоняться Господу, этого недостаточно. Вам нужно развивать бхакти и преданность. Maybe I didn't catch you. I can't hear what you're saying. Hare Krishna, Guru Maharaj. Can you hear me? Yes. Okay. Guru Dev, would you repeat, please, your last sentence? Well, I was asking you what you were saying. So because I didn't hear you, I didn't catch your last sentence. About what? I don't know now what we're... I was saying that everybody has to take up devotional service, and for the impersonalists, they want to become devotees, they have to get association with devotee. Yes, Gurudev, yes, I did translate it. You already translated that? Yes, I've already translated. Mm. So people are impersonalists, and they just simply want to get out of the material world. Имперсоналисты просто хотят освободиться из этого материального мира. They know material life is suffering. А поскольку они знают, что материальная жизнь — это страдание. So they're selfish people. They're thinking about their own liberation. They're not thinking about others. Это эгоисты, они думают о своем собственном освобождении и нисколько не думают об остальных. Mm-hmm. Okay. Next question. Yeah. Александр Прабу, у меня ваша первая рука. Хари Кришна, пожалуйста, включите микрофон. Скажите, пожалуйста, сказали, что нужно тренироваться, общаться с преданными и жить под их руководством, чтобы они развивали бхакти. А как это происходит? Человек же все равно внутренне действует по своим мотивам. То есть если вот он хочет там спасения, либо он хочет уйти в страдания, либо еще что-то хочет, у него же внутренний мотив дает. Ну да, вот он готов что-то делать. Александр Брагу, вас плохо слышно. Нет. Вот после того, как вы сказали, что они развивают бхакти, а что потом еще? Что нужно спросить?
Как происходит Вот, все хорошо. измена мотива? Угу. Махарадж сказал, что человек должен развивать бхакти под руководством преданных, он должен общаться с преданными. Как это происходит? Угу. Как меняется мотив, когда общаемся с преданными, да, в процессе общения? Ну, почему? Потому что человек приходит все равно со своим мотивом, и он и действует в уме все равно со своим Угу. мотивом. Да, да, То есть у понятно. него вот этот мотив старших, как он Угу. к нему переходит, потому что это ведь Угу. то, ради чего человек живет, Угу. и Окей. как долго, как быстро это происходит. А Хари Кришна, Диа Гуру Махарадж, Диа Девотис, Гуру Дев, you said that we need association with devotees, and devotees can give us bhakti and bring us to the devotion. And how it is practically happened? And How does it? How what? How it is practically happened that we become devotees through the association with devotees, through the association with devotees? Because how can we change our motives, our goals of life due to such Well, it a happens. When we with devotees, we will do like devotees, just like you're with a devotee. He eats prasadam, he will give you prasadam to eat. Are you with a devotee? They will have kirtan. You join the kirtan. So with association with devotees, you will start to do devotional activities. А то есть, когда вы общаетесь с преданными, вы начинаете тоже вести себя как преданные постепенно. Например, преданные вкушают просад, вы тоже вкушаете с ними просад. Преданные поют киртан, вы тоже поете с ними киртан. То есть, когда вы общаетесь с преданными, вы вовлекаетесь в их деятельность постепенно. Yes. Понятно, Александр Прабу, да? То есть это подражание преданному, но Угу. ведь это же не преданность. То есть я вот что-то делаю, ну, мотив у меня в сердце другой. Угу. Разве это будет считаться Кришной, что Окей, это окей. преданный? Okay, Alexander Prabhu is asking, this is like an imitation of the process of bhakti, because, for example, I have some material desires in my heart, and my desires not be changed. Desire cannot be changed. Well, it can be changed. Но ваши желания могут измениться со временем. You want to change the desire? Definitely it can be changed. Если вы хотите изменить свои желания, то со временем они, конечно, изменятся. Угу. Так, следующий вопрос у меня Вриндаван Лила Матаджи. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, собравшиеся преданные, примите поклоны, пожалуйста. У меня такой вопрос. Мы вчера читали Кришна Бук, вот про гопи, которые, у которых забрали одежды, да, Кришна забрал одежды. И следующая там лила, как жены браманов кормили, освобождение жены браманов. И вот вы сегодня много говорили про гопи, какое у них настроение. И мне вот интересно, почему жены браманов уступают им. То есть уровень преданности там ниже, потому что я, ну, насколько я поняла, что они ушами полюбили, да, Кришну и Балараму, вот только, ну, то есть слушая о нем постоянно, они уже полюбили его, и когда они услышали, что они могут увидеть его, побежали, ну, кормить его и увидеть, и у них произошло в сердце слияние, да, с Господом в любви. Ну, и вот этот вот пример такой, ну, прям такой вот применимый, не знаю, вот для преданных, которые вот, ну, это, конечно, высокий уровень. Я просто хотела узнать, в чем они не дотянули до высшего вот уровня. Ну, то есть вопрос в том, почему жены брахманов считаются на более низком уровне, чем гопи, да? Guru Maharaj, please accept my humble obeisances of Guru Srila Prabhupada. Yesterday we read the Krishna book.
about the wives of Brahmanas. Yes, and I would like to ask why these wives of Brahmanas are on the lower level than gopis. Gopi are on the higher level, and why wives of Brahmanas are on the lower level? Well, who said they're on the lower level? А кто вам сказал, что они на более низком уровне? Gurudev, we consider the gopi are the best devotees. They're also very great devotees. Но жены брахманов тоже, я сказала, мы считаем, что гопи лучшие преданные. Yeah. Но Гарадж ответил, жены брахманов тоже замечательные преданные. Yeah. Ну, то есть, если... Go ahead. Да, продолжайте, Вриндаван Лила Матаджи. Ну вот, то есть, если вот такое вот настроение отвлекается, то есть вот они вернулись, да, и, ну, они все бросили, так же, как гопи. И просто они вернулись для распространения, да, сознания Кришны. То есть они ну, вот, в своем сердце держали эту любовь. Это вот тоже очень высокий уровень, да? Как вот нам медитировать на эту, ну, вот на эту лилу. Mataji is asking, is her understanding correctly that wives of Brahmanas got rid all their material life for Krishna? And this is also very high level, and can we meditate on this lila with wives of Brahmanas? Yes. Да, все правильно, Макарадж говорит. Next question, Гурудев. Yes. Ага, Хладини Матаджи, следующее. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Спасибо большое за лекцию. Я хотела два вопроса задать. Один по лекции, другой не совсем. Вот сегодня тоже про гопи говорили, что вот они оставили все, даже свое целомудрие ради Кришны. Но вот правильно я понимаю, что вот нас тоже иногда зовут на служение, и хочется так с преданными послужить, но есть какие-то обязанности, там кто что-то доделать. Вот что мы должны выполнить все свои обязанности, только потом идти служить. Но с другой стороны, обязанности никогда не заканчиваются, и можно потерять какое-то важное служение. Как вот тут нам действовать? Хари Кришна. А в чем вопрос? То есть, что вам делать, или идти в храм, или оставаться дома? Что выбирать? Ну, вопрос в том, что, да, где-то вот, где-то, может быть, нужно и пренебречь обязанностями. Вот, и поехать на служение, как вот тут вот. То есть в каких случаях что нужно выбирать, да? Да. Окей. Гуру Махарадж, Хари Кришна, please accept my humble obeisances, so glory to Srila Prabhupada. Sometimes we should go to the temple and to be engaged in devotional service, but we have some duties in home, in family, so how can we recognize what should we do? In some cases. So when should we go to temple and when should we stay at home and do our family duties? Well, you have to consider who is at home and how much they need you at home. Ну, вам нужно сначала решить, кто у вас там дома остается и сколько вам нужно еще дома сделать. Now you have a daughter at home, and she's not very old. She's still at school. She needs her mother. Вот у вас дочка есть, она еще школьница. Конечно, ей нужна мама. You need to supervise her, make sure she's doing homework and studying. То есть вам нужно следить за ней, как она делает домашнюю работу, как она учится. You want to encourage her in Krishna consciousness. Your example is very important.
Если вы хотите ее вдохновить на сознание Кришны, то ваш пример будет очень важным. So it's not just going to temple, but you have to also be at home. You have to be a mother at home, and you have to take care. You have to cook nice food for her. You have to encourage her when she's depressed. То есть ваша обязанность не только в том, чтобы идти в храм, вы можете остаться дома, делать там домашнюю работу. Если у нее что-то случилось, то вы должны как-то утешить ее и вдохновить, должны хорошо готовить для нее. So yeah, you have to go to temple, of course, but you can go with your daughter, you take her to the temple with you. Конечно, вам нужно ходить в храм, но лучше берите с собой дочку, чтобы она ходила с вами туда. You don't have to go all the time to the temple. Your daughter has to go to school, she has to come home, she has to do homework, she has to do things. She doesn't want to go to temple all the time. И вам не нужно в храме находиться постоянно все время, потому что ваша дочка то дома, то она пришла из школы, то она уходит в школу. Вам нужно о ней позаботиться, последить. So you have to be tolerant, and you have to encourage her. То есть нужно быть терпеливой, нужно ее вдохновлять постепенно. I know it's not an easy job to be a mother, to be a parent. It's not easy. Конечно, это очень нелегкая обязанность быть матерью, воспитывать ребенка. So your efforts will be appreciated by your daughter. Однако со временем ваша дочь оценит все ваши усилия. Okay. Next question. Thank you, Gurudev. Вам Шридхара даст следующий. Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Я вот хотел спросить вопрос такой. Вот в храме, когда преданный представляет, ну, Шрила Прабхупада ведет программу, там, ну, Шримад Бхагаватам или там, там, допустим, программа Раски Бхакти, вот он должен одевать духовную одежду или можно в кармической одежде быть представителем? Я не очень поняла, когда он, когда представляет Прабхупаду каких-то храмов. Ну вот просто, да, ведет программу, ну да, Бхагаватам там или читает там, ну, ну да, ведущий программы. То есть ведущий программы, и он как, ну как, в роли Прабхупады, что ли, или как? Господи, сейчас. Матаджи, вопрос следующий, простой вопрос очень. В духовной одежде, то есть человек, который ведущий программы, там, Бхагавад-гиту, для преданных преподает, или там, ну, Шримад Бхагава, там, то есть должен он быть в духовной одежде, в храме, я поняла, программу проводит, или в кармической одежде. Все, тогда Прабхупада, то есть тут ни при чем, да, получается? Да, Прабхупада, ну, мы представители Прабхупады же. Ну, понятно, все ясно, хорошо. Хари Кришна, dear Guru Maharaj, thank you very much for your class. So, when we are engaged in the program in temple, should we put on the Vaishnava's clothes, or we can be in the karmic clothes? Well, it's best if you can put on the devotee clothes when you go to temple. Конечно, it's better to, because you're coming in front of the deities, so the deity will see how you're dressed. So if you can dress in devotee clothes, that's the best. Конечно, лучше быть в одежде, в вайшнавской одежде, в традиционной, потому что в храме вы находитесь перед лицом божеств, вы находитесь перед лицом божеств, божества на вас смотрят, они видят вас. Поэтому, конечно, лучше надевать вайшнавскую одежду для таких случаев. Now, sometimes you may not be able to dress in devotee clothes. Maybe you have an appointment, or you have to go to work, so not possible to come in devotee clothes. Иногда, конечно, бывают такие случаи, что невозможно одеваться в вайшнавскую одежду, например, когда вам нужно идти на работу. But as much as possible, you want to try to be in the devotee clothes. Однако, насколько возможно, вы должны одеваться в одежду преданных.
The devotee clothes help us to be more conscious of Krishna. Поскольку если вы одеваете одежду преданных, это больше привносит сознание Кришны в вас. Krishna is pleased to see you dressed as a devotee. Кришне нравится, когда преданные одеты в вайшнавскую одежду. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. А вот можно еще более глубить? Просто это воскресная программа. Воскресная программа, вот на воскресной программе одевать духовную одежду. Те, кто ну, ведут лекции, это для них обязательно или можно в кармической одежде? For example, Guru Maharaj, if we have Sunday program and some devotees give class, should he be in the Vaishnava clothes? Yes. Да, нужно быть тот, кто дает класс, должен быть в вайшнавской одежде. Devotee giving class should be in the Vaishnava dress. Преданный, который дает лекцию, должен быть в вайшнавской одежде. One time I was not able to dress because one time what happened, I was in transit. My airplane, I was flying to one place and I had to transit in another place. And so I was in transit in one place and the plane was delayed many hours and there were devotees in that place. So I went to the temple and I was invited to give class. But they asked me to put on dress. I said, I don't have any dress because my luggage was all in the airplane. It was not with me. So they were shocked. But anyway, they allowed me to give class. But that was very, very unusual, very rare. Gurudev, they were in shock, yes, you said. Huh? They were in shock, you said, yes. They were in shock. Махарадша сказал об одном случае, когда он как раз был в перелетах, перелетал из одного места в другое, и самолет у него очень сильно опоздал на много часов, и он, в общем, примчался в храм, и там преданные попросили его дать класс, и он сказал, а мне не во что переодеться, потому что у него багаж еще в самолете находился, то есть его чемодан еще не был с ним. И, говорит, преданные вообще так были слегка шокированы, но мне, говорит, пришлось давать класс, то есть давать лекцию не в вайшнавской одежде, в кармической одежде, но это было один раз, это просто было исключение из правил. Okay. Next question, Gurudev. Yeah. Ахладини Матаджи, у вас еще один вопрос есть, да? У меня-то есть, но там в чате еще по очереди быстрее. Ой, да? Спасибо, спасибо. So, Gurudev, we have some questions in the chat. Just a moment. This is a question from Karpura Manjari Mataji. I will read in Russian. Hare Krishna, мои поклоны примите, пожалуйста. Мне сложно было понять, в чем конкретно важность слушания. А сегодня в вашей лекции я поняла, что мотив служения меняется, когда слушаешь чистого преданного. Спасибо большое, ваше святейшество. So, Hare Krishna, please accept my humble obeisances, your holiness. It was very difficult for me to understand why the hearing is very important for us. But today I understood in your lecture that when we hear, when we listen to you, devotee, the motive, the goal of our service is changing. So maybe this is not a question. Это не вопрос, наверное, да, Мартаджи Карпура Мандари? Maybe this is not a question, this is a comment. Это не вопрос. Это не вопрос, это благодарность, Махарадж. Спасибо. Yes, yes. This is a gratitude for you, Gurudev. Mataji said this is what? Mataji said thank you for your class because her understanding was clarified today. Oh, okay. Да. So we have some questions. Хладини Матаджи, да? Вы тогда по очереди. Да, если никто не может. Окей. Я хотела спросить про мантру Хари Кришна. Вот правильно так понимать, что получается именно благодаря воспеванию мантры Хари Кришна к нам приходит служение? Или служение приходит еще благодаря чему-то? Ну, что-то такое появилось, что как будто бы я повторяю мантру, и служение растет. Вот, правильно такое понимание? Ага, спасибо.
So, Guru Maharaj, is it possible that we chant Hare Krishna mantra and due to our chanting, we can get more devotional service? Yes, definitely. Да, конечно. The Maha Mantra is a prayer asking Lord Krishna for service. Потому что Маха Мантра – это просьба к Кришне, просьба о служении. And it is also the answer to our prayer. И это также ответ на нашу просьбу, на нашу молитву. Because when we're chanting, we're serving Krishna. Поскольку, когда мы воспеваем, мы одновременно и служим Кришне. So keep chanting more and more, and you'll get more and more service. Поэтому продолжайте воспевать все больше и больше, и вы будете получать все больше и больше служения. Okay. The next question, Gurudev. Ачьютананда, Прабху. Ну, Хари Кришна, дорогие преданные, Махарадж, примите мои преданные поклоны. В принципе, у меня вот этот вопрос, да, что такое у человека мало желания служить Кришне, а как побеждается вот это вот такое состояние? То есть, если мало желания служить, как оно преодолеть? Да, это? Да, ничего не хочет служить. Hare Krishna, Guru Maharaj, thank you very much for your class. If I have no the desire of devotional service, then have no enough such a desire, how can I increase it? How can I overcome such a mood? Well, association with devotees will be very good. Общение с преданными – это самое лучшее, очень хорошо будет. And constant chanting will also help you. И постоянное воспевание тоже поможет вам. You have to understand the fact that you have no desire. This is due to your own ignorance and laziness to do devotion. Вы должны понять, что если у вас нет желания преданности, нет желания служения, то это происходит от вашего невежества и лени. Yeah. Отвечает на ваш вопрос, да, Прабху? Большое. Yes, okay, Hare Krishna. So, Gurudev, I think this is no more question. Gurudev, I have one more question, if you have time. Okay. Да, конечно. Так, у меня есть конечно. Еще один вопрос, дорогие преданные. Тоже по Шримад-Бхагаватам 3.4.9. Чистые преданные всегда заняты чистым преданным служением, и поэтому, когда они встречаются с Господом, в этом нет ничего удивительного. Но когда с Господом встречаются те, кто еще не достиг уровня чистой преданности, причиной тому может быть только непредвиденная счастливая случайность, позволившая им сделать что-то в преданном служении Господу. И вот что значит здесь это выражение «непредвиденная случайность»? Какая случайность может им помочь встретиться с Господом? То есть либо это агьята сукрити, либо это милость Господа. So, Guru Maharaj, my question is about Srimad Bhagavatam 3.4.9. Srila Prabhupada said in the purport, pure devotees always engage in pure devotional activities, and therefore their meeting with the Lord is natural. But when those who are not up to that standard meet the Lord, it is due to the unforeseen fortune of accident devotional service. And what does it mean, accidental devotional service? This is agyata sukriti, or this is mercy of the Lord? Yeah, it's agyata sukriti. That is the mercy of the Lord. Махарадж говорит, да, это и агьята сукрити, и милость Господа. Yeah. By some mercy, by chance, although you have no desire to do devotional service, somehow you're doing devotional service.
То есть по милости Господа вы можете получить такой шанс, даже если у вас нет желания, допустим, выполнять преданное служение, вы будете его выполнять каким-то образом. And we can meet Lord, Supreme Lord Gurudev, also due to our Agyata Sukriti or by the mercy of Lord. We will meet the Lord? Yes, yes, this is said in the purport. We will meet the Lord only by the Lord's mercy. А Господа мы встречаем только по Его милости. Okay, thank you very much, Guru Maharaj. There are no more questions, I think. Okay, so thank you very much for translation, Yuvati Tachi. Thank all the devotees for their participation. Very nice to see everyone again. Please take care. Stay well. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Thank you very much, dear Gurudev. Bhakti Vidyavinasa Narasimha Maharaj. Jai. Maharaj всех поблагодарил за участие. Сказал, что он очень рад вас всех видеть снова. И спасибо вам всем большое за то, что вы сегодня здесь были. Спасибо вам, Матаджи Ватишачи, за перевод. Спасибо вам за терпение, дорогие преданные. Только по вашей милости только получилось. И по милости Гурудева. Спасибо большое. Хари Кришна. Спасибо всем. Хари Кришна. Спасибо большое. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Спасибо большое.